В фильме 1976 года «Ключ без права передачи» о бунтарях-подростках Булат Окуджава в кадре читает свои стихи, посвященные Пушкину. Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно, гудит мельничное колесо, боль угасла. Удивительно, что великий бард написал эти стихи, но не написал музыку. На самом деле у Окуджавы достаточно много стихотворений, которые не исполнялись под гитару, например, вот это. «Я враг весенней суеты и друг осеннего покоя. С весною так легко на ты, когда все рюмки налиты, когда все кудри завиты, накрашены и все такое. Мне осенью целебней жить, возвышенней, как в старой драме, когда внезапно между нами давно оборванная нить соединяется узлами, чтоб прошлое восстановить. И я вхожу, как в молоко, в осенний дым и понемногу нащупываю в нем дорогу, пусть медленно, и слава Богу, что в нем не видно далеко». А группа репетиции оркестра сегодня исполнит песню про Александра Сергеевича, музыка Юрия Сарычева. Надо не перепутать первый, второй. Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно, будет мельничное колесо, боль угасла. Баба щурится из избы, в небе жаворонки, только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт и пирог остро. Он губастый учет, как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, и ездил в карете. Деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливый и тихий, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том о сём с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у черной речки.